Мадам, не переживайте. Над этим делом будут работать лучшие детективы Лондона. Здесь кто-то сказал Шерлок? О, Лестрейд! О, Шерлок! Тебя еще не уволили? Меня не могут уволить, я на фрилансе. Так, к делу. О, окурок! Как я его сразу не заметил. Ха! Да. На, покури нормальных, нищеброд. Вы издеваетесь. Мадам, приступим. Итак, на нем серая кожаная куртка, размер L. Да. Абсолютно никаких следов насилия. Видимо, да. И, судя по всему, она вам больше не нужна. Это да или нет, я не понимаю. Шерлок, я вас сейчас вышвырну отсюда. Для начала я ударю его в подбородок. Затем он увернется и ударит меня жестко в печень. Я упаду и буду корчиться на полу от боли. И 2 недели кушать через трубочку. Да ну нафиг. Задумался, извините. Я, кажется, понял. Я понял, я знаю, кто убийца. Ха! Я тоже знаю. Что ты знаешь? Кто убийца? Ну и кто же? А давай на раз, два, три. Давай. Давай. Раз, два, три. Садовник. Он его и отравил. Отравил, да. Ты делаешь успехи, Лестрейд. С вами бесполезно бороться. Так. Я знаю. Это все проделки жалкого Мориарти. Этот злобный карлик здесь тоже все подмял под себя. Сначала квартал, теперь здесь! Евгений, давайте... Давайте по тексту. Да, извините. Значит, мадам, я знаю, что произошло. Значит, ваш муж гулял. Приблизительно вот так. Что вы делаете? Дорогой! Дорогой! Вот видите, а вы говорите, садовник, садовник. Дело раскрыто. Как он это делает? Значит, смотри, вот эта рука сюда.